И всем привет, с вами как всегда я, Гоби Го, и сегодня новая карта выживания на острове. Ну, сами знаете, часто все практически играли. Практически все знают то, что все играли в эту игру. Тут какая-то новая, типа тут какая-то вода. Тут надо рыбачить и вылавливать рыбу. Но тут не рыба. Тут вот зачарованная книга, тут всякая разная еда выпадает, всякие разные блоки выпадают, много чего выпадает. Сейчас зачарованная книга брони. Что-то там написано, не успел прочитать. Сейчас мы что-нибудь поймаем. Какой-то. Не знаю, что за фигня. Какой-то корус. И вот что-то мы так рыбачим. И получается, вы, наверное, видели на превьюшке вот этот остров. Так что, если вы хотите продолжение на этом острове, то наберите 2 лайка. Всего лишь 2 лайка. Это очень мало. Всего лишь 2 лайка, это вам не трудно. Вы на последнем ролике набрали 4 лайка. Вот просто 2 лайка вообще вам будет легко. Так что жду вас от вас лайки, новая серия вам по этому режиму. И пишите комментарий, хотите вы ли новые карты. Если вы хотите новые карты, вы просто напишите мне. Я сразу же прочитаю комментарий, постараюсь найти новые эти карты. Если я смогу найти новые карты, я сразу вам сообщу об этом. Ну, не сообщу, а сниму видео про новые карты. Так что пишите комментарий. Комментарий практически никто не пишет. Хотя они сейчас близко находятся. И как раз возле комментария находится кнопка подписаться. Можете нажать на нее. Чем больше у меня подписчиков, чем больше ускоряется выход этих видосов. А если нет видосов, то это не значит, что я не хочу снимать. У меня просто нет идеи для видосов. Так что не думайте то, что вот все, не хочет, не будет снимать. О, какой-то. Какая-то фигня. Так что не стесняйтесь писать. Ладно, короче, вот перемотка, как я буду ловить всякую вот эту всякую дичь. Итак, вот я уже все сделал. Вот что она добывала. Это стойка варки. Через тортик. Книги две. Через это какая-то корус. Не знаю, как делается, по-моему. Вот сейчас он сломается, да? Не знаю, что это такое. Ну и все, в принципе. Кушать я не хочу. Кто его съел? Полторта кто-то съел. Ладно, наверное, начнем добывать немножко дерева. Опа. Опа. На этом месте мы поставим верстак. Сейчас мы начнем делать эту специальную полянку.
палом сейчас собираем специально для полянки моей, чтоб дерево срубить и должно было мне попасть. Сейчас вот так. Вот так сделаем палки. Сейчас начнем рубить дерево. Опа. Рубим деревья. Так, порубасочили деревья. У нас тут есть табличка. Начнем, наверное, дальше рыбачить. Наверное, опять включу перемотку быструю, чтобы быстренько рыбачить. И раз, два, три. И вот все, короче, я уже положил, заполнил полный свой инвентарь. Ну, не прям полный инвентарь. Сами понимаете, что это как называется. Сейчас я заполнил, я выпил какую-то черную какую-то фигню. Не знаю, что это такое. Выбил железо. И лук, и курицу. Типа. В принципе, ничего больше, кроме этого, не выпадало. Сейчас уже рассвет. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Хотя, заметьте, то, что из этих лист ничего не выпадает. Как я должен дальше развиваться, если у меня нифига нет? У меня только дерево немного было еще. И лук. Зачем? Рамка есть. Ну вот так рамка, курицу там поставлю. Не понимаю, что это такое. Ну ладно, это всего лишь первая серия. Не надо спешить с выводами. Ладно, короче, на этом могу прощаться. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.